Акция прошла в день образования военно-оркестровой службы силового ведомства. Ее главными героями стали военные музыканты. На маршрут «Самара-Курумыч» вывели особенный состав «Грушинский экспресс». В нем один из вагонов оборудовали для проведения концерта. Никогда не ожидал, что придется в поезде в обычном... Ну, как не в обычном, это понятно, Грушинский экспресс. Для меня была неожиданность, конечно, поучаствовать в таком мероприятии. Когда изначально это планировалось, то немножко даже 5 минут было раздумье, а как это все пройдет. Но в целом ситуацию понял, обдумал и, в принципе, понял, что это возможно организовать. Гостями поезда мужества стали кадеты подшефной школы номер 95, которые носят имя Героя России Евгения Золотухина, и ветераны Росгвардии, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участники войны в Афганистане, боевых действий на Северном Кавказе. Ощущение, ну, это очень, очень интересно, потому что это живая музыка, то есть прям, ну, чувствуются вот эти вот басы, прям звук такой хороший, мне понравилось. Концертные номера оркестра перемежались конкурсами на знание военной истории России. В этом году исполняется 140 лет со дня рождения военного дирижера Василия Агапкина, автора знаменитого марша «Прощание славянки». Поэтому завершилась акция исполнением легендарного марша. Виктория Шара и события.